Что это за губы? В принципе, видя таких пациентов, вы можете всегда предугадать ход событий. И зная эти нюансы, вы можете откорректировать свою работу и поменять тактику. Первое. Всегда не забывайте оценивать при разомкнутых губах, насколько видны у клиента зубы. Да? То есть, если верхняя губа опускается ниже края верхнего зубного ряда, то есть пациентка улыбается, но верхних зубов вы у нее не видите. То есть вы предполагаете, что эта верхняя губа уже изначально длинная. И чаще всего так выглядят именно возрастные губы. В подобном случае иногда попытки развернуть губу и сделать ее красивой и наполненной становятся безуспешными, такие попытки, потому что сама верхняя губа перерастянута.